Спрос и предложение нашли друг друга. Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между областным сельхозом, Безенчукским техникумом и потенциальными работодателями. Последние обязуются обеспечить практику и трудоустройство студентам, а региональное ведомство поможет учебным заведениям с оснащением. Сергей Павлов о самых престижных профессиях на селе. Строители, механики и повара – сейчас это самые рейтинговые специальности в техникуме. Уровень подготовки позволяет без особых хлопот повысить квалификацию и найти работу в мегаполисе с достойным заработком. Учусь на повара-кондитера. Мне эта профессия очень нравится. В дальнейшем я планирую пойти в высшее образовательное учреждение, примерно на технолога производства. Профессии аграрного профиля часто недооценивают и не воспринимают всерьез. После обучения некоторые специалисты не могут трудоустроиться. Например, с этого года закрыто направление агрономии. Хотя местные сельхозпредприятия испытывают дефицит в знатоках поля, как и в других квалифицированных работниках. Причина такого парадокса – отсутствие связки между обучением и производством. На дне открытых дверей спросы и предложения нашли друг друга. Нам остро нужны технологи. Приемщики молока, специалисты по молоку. Поэтому цель нашего визита здесь, чтобы заключить соглашение, подготовить, как говорится, для своего предприятия кадров, обеспечить их трудоустройством, жильем, соцпакетом. На поверку оказалось, фермерам нужны молодые кадры по всем аграрным специальностям. Кадровый запрос теперь станет системным звеном. В рамках подписанных соглашений техникум сформирует группы для обучения по востребованным профессиям, а хозяйство гарантирует практику и трудоустройство. Мы хотим поставить сегодня задачу, чтобы они отремонтировали классы, наполнили содержанием, это и наглядные пособия, и современная обучающая аппаратура, и самое главное, что практику они проходили в реальном производстве. В рамках специальной программы переоснастить материальную базу техникума поможет и областной Минсельхоз. Всего под его ведомством 16 таких учебных заведений. Сергей Павлов, Михаил Смирнов, Новости губернии, Безенчукский район.